Участвуйте в розыгрыше призового фонда в 450 миллионов рублей. Джекпот «Большой куш» от Лиги Ставок. Всего одна ставка, и ты в игре. На очереди заглавный бой вечера за бронзовый пояс победителя ММА-серии в полусреднем весе. Внимание на экран. Добрый вечер, Москва. Меня зовут Аслугазиев Турсунбек. Я представляю страну Кыргызстан, город Бишкек. Я Сергей Бобрышев, представляю клуб «Молот» из города Муром. Готовился, как обычно, у себя дома два раза в день тренировался, по разным клубам ходил. В данный момент я чувствую себя отлично, форму набрал отличную, и также весогонка далась тоже легко. В этот раз тренировочный процесс мы провели в родном городе Муром, в своем клубе «Молот», под четким руководством Сергея Дьяконова, также Гришки Мелконяна. Он был мой спарринг-партнером, поэтому мы покажем, на что мы способны, на что способен наш клуб и наши умения. Будем работать как обычно, так как я базовый борец. Буду использовать свои сильные навыки в борьбе. Бой покажет. Сегодня я буду драться за пояс ММА-серии. К нему я готовился очень долго и шел к этому. Поэтому я хочу забрать свое. Соперник очень хорош. Недооценивать его не буду. Я настроен на его борьбу. Поэтому пусть он мне покажет свою борьбу, а я ему покажу свое. По сопернику могу сказать, Сергей, он такой неудобный, очень крепкий боец. И у нас разные стили, и я думаю, у нас получится очень зрелищный бой. Сергей, мы оба профессионалы, давай покажем красивый, профессиональный, тактичный, чистый бой. Турсунбек, легкой прогулкой тебе это не будет, поэтому не стой на моем пути. В синий угол октагона приглашается боец из Кыргызстана Турсунбек Асылгазиев. Ну что ж, со главное событие вечера. Турсунбек Асылгазиев против Сергея Бобрышева. Асылгазиев представляет Кыргызстан, город Бишкек, 86-го года рождения, ему 35 лет, 16 побед, 4 победы нокаутом, 7 различными сабмишинами, 4 решения, 7 поражений, 4 поражения нокаутом, 3 решения. Представляет клуб «Киличек», является мастером спорта международного класса по полноконтактному рукопашному бою, чемпионом Кыргызстана по грэпплингу, рукопашному бою, джиу-джитсу и боевому самбо. Также является чемпионом мира по боевому джиу-джитсу. Турсунбек дебютировал в ММА аж в августе 2008 года в Казахстане. Первые 5 поединков выиграл без особых проблем, оформив 5 досрочных побед. Затем в ноябре 2011 года встретился со знаменитым Венером Галиевым, которому уступил техническим нокаутом во втором раунде. После этого потерпел еще 3 поражения подряд, 2 из них досрочно. В апреле 2016 года также проиграл Денису Измаденову в рамках турнира одного из самых известных российских промоушенов. После этого одержал 3 досрочные победы подряд, все с помощью сабмишинов. Затем уступил лом Али Нальгиеву единогласным решением. Из России Сергей Бобрышев! Солнце в зените, и покуда есть куда идти. Появляется муромский Конор Макгрегор Сергей Бобрышев. 28 лет этому бойцу. Это человек, который просто не знал, куда деть всю свою неуемную энергию, и вовремя понял, что ему просто необходимо двигаться в сторону единоборств. Его приятель и впоследствии друг Сергей Дьяконов привел Бобрышева в клуб «Молот». Ну и пошло-поехало. То есть на данный момент Сергей занимается всего 5 лет, а его послужной список уже включает в себя 11 побед при 2 поражениях.
Проиграл он решением Алексею Липунову, но какой бой тогда закатили парни? Его по достоинству оценили и в серии. Именно это противостояние стало лучшим в 2020 году. И в 2021 году также Сергей Бобрышев получил приз за лучший бой. Также Бобрышев уступил крепкому борцу Залимхану Юсупову. Ту неудачу Бобрышев закрыл победой на 37-м турнире ММА-серии, где он техническим нокаутом выиграл у Александра Балаура. Потом решение было взято вверх над Буржаном Куанышбаевым. Ну а в последней встрече Сергей нокаутировал Уви Газраманова уже на первой минуте. Ну, если брать стилистику Бобрышева, то он всегда стремится к досрочному завершению и, как правило, выводит соперников из строя при помощи нокаутов. Хотя две победы приемами также в коллекции Сергея присутствуют. Сегодня Сергей проводит уже 9-й бой в ММА-серии, сражается за пояс. Сергей Диакна, вот он здесь тоже рядом присутствует. Всего 11 побед, 2 поражения и один бой признан несостоявшимся. 6 побед нокаутом. Сергей Бобрышев. Одна из главных звезд ММА-серии. Ну а что касается Турсунбека, также добавлю, что сейчас он идет на серии из 4 побед подряд. 3 из них досрочные. И последний поединок он провел в декабре 2020 года, когда раздельным решением победил Белека Аджупарова. Боец в синем углу октагона, ему 37 лет, рост 175 сантиметров, вес 79,9 килограмма. Из Бишкека, Кыргызстан, представляет клуб «Келечек». Чемпион мира по боевому джиу-джитсу, чемпион Киргизии по грэпплингу, боевому самбо и рукопашному бою. Его профессиональный рекорд 16 побед при 7 поражениях. Турсунбек Асылгазиев. Его соперник, боец в красном углу, ему 28 лет, рост 178 сантиметров, вес 79,6. Из Древнего Мурова представляет клуб «Молот». Его профессиональный рекорд 13 побед при 2 поражениях. Сергей Бобрышев. Рефери в октагоне Павел Осокин. Парни, вы профессионалы. Правила знаем, их не нарушаем. Покажите честный, красивый бой. Желаю удачи. Пожали руки. По углам. Павел Осокин, рефери данного поединка. Турсунбек Асылгазиев против Сергея Бобрышева. Со-главное событие ММА-серии 50. Гранд-арена. Смотрим. Весовой дивизион до 77 килограммов. На 11 лет старше Турсунбек Асылгазиев. С точки зрения количества боев вполне сопоставимы послужные списки, но с точки зрения опыта, конечно же, большое преимущество на стороне Турсунбека. Фирменная стойка от Бобрышева, довольно широкая, такие кошачьи иногда движения у Сергея. Да, говорил он, собственно, в интервью, что подготовил несколько сюрпризов. Ну что ж, ждем, что покажет нам Сергей здесь, в этом поединке. Разница в габаритах, конечно, невероятно заметна. Неплохо справа пробил Бобрышев. И еще одна атака. Вертушка в печи, ничего себе. Двойка там была со стороны Турсунбека. Пытается он перехватить инициативу. Сразу ножки отбрасывает соперника. Ну и вообще очень активно работает Бобрышев. Бросается в ноги тут же Асылгазиев. Ну, много кто пытался бороться с Сергеем Бобрышевым. Хорошо получилось только у Зелимхана Юсупова. Обмен. Боковой удар проходит. Пока у Сергея все получается. Пока да. И не будем забывать, что Турсунбек не выступал 2 года. А соперники уровня Лумалина Альгиева закончились вообще в районе 2018 года.
Есть попадание от Турсунбека. Справа через руку, на уровне, как положено. Неплохо ответил и Бобрышев, слева зацепил. Лоу-кик. Промахивается здесь Сергей. Да, креативно отработал Бобрышев. Еще один лоу-кик. Там с ногой уже могут быть проблемы. У Асылгазиева. Снова Бобрышев бросается вперед. Сергей очень любит удары с вращением. Нестандартные атаки. Локти сегодня еще не подключал. Хай-кик в исполнении Асылгазиева. И пытается аналогичным образом ответить Сергей. Чуть больше 2 минут в первом раунде. Пока все в стойке. Дьяконов советует держать на дальней дистанции Турсунбека. Да, это правильный совет. Эпизодически Асылгазиев работает первым номером. Но все-таки территориальное преимущество в целом принадлежит Бобрышеву. Еще один лоу-кик проходит у Сергея. И вот он тейкдаун. Первый в этом бою. Сразу в хавгарде оказывается Турсунбек. Отрабатывает по корпусу. Переводит на голову. Бобрышев оказывается в тяжелом положении. Локоть запускает там же Асылгазиев. Тем не менее, ударов, посмотрите, как здорово работает Турсунбек. Да, включается на полную, но колено не переводит, к полному маунту не приступил. В боковой запрыгнуть не удалось. Апкик возможен от Бобрышева. Еще минута. Пускает правую. Попытка набросить треугольник не увенчалась успехом. Локти от Бобрышева. Наносит несколько ударов снизу Сергей. По защите. Не заходит в следующую атаку Турсунбек. Излишне не рискует сам. Ну что, забрал рубящий удар прямо по корпусу от Асылгазиева. Забрал ли первый раунд Сергей Бобрышев? Больше да, чем нет. Обратимся к статистике. 21 на 22. По точным попаданиям в пользу Бобрышева. Да, но при этом тейкдаун на стороне Турсунбека. Он концовку определенно забирает. Но большую часть времени, конечно, он был в защите и не мог донести удар до цели. Вот здесь хорошее попадание по печени было. Очень тяжелый, очень важный бой для Сергея. Отмечал он это и в интервью. Кстати говоря, полная версия интервью располагается в том числе и в социальных сетях ОКО, в Ютубе. Заканчивается перерыв. Итак, второй раунд. Второй раунд. Турсунбек Асылгазиев против Сергея Бобрышева. Идет в атаку Сергей. Мидл-кик хороший получился. Заводит сам себя Бобрышев. Промахивается здесь. Почтальон не достигает цели. Да, письмо не доставлено, совершенно точно.
А у Турсунбека опаснейший боковой удар. Очень короткий, но быстрый. Кстати говоря, вот все эти лоу-кики, казалось бы, должны были принести результат, но нет. Хорошо стоит на ногах Турсунбек. Борьба в стойке. Кто повыше, тот должен иметь в клинче преимущество. Выше Сергей. Но заводит ногу и близок к борьбе Асылгазиев. Пытается выбраться Сергей, у него это получается. Пытался по корпусу пробить Бобрышев. Очень хорошо дышит Турсунбек. Ну, а вообще вопросы, связанные с кардио, довольно часто задавались, в том числе и Сергею Бобрышеву. Проход в одну ногу. И тейкдаун. Добивается своего Асылгази, причем делает это гораздо раньше, нежели чем в первом раунде. 3 минуты с небольшим еще есть у него в распоряжении. Пытается Бобрышев подняться. Посматривает на угол Сергей. Слушает команду и встает. С задачей минимум Бобрышев справился. Локоть. Тратит силы Асылгазиев, и их еще много у него. Очень крепкий боец из Кыргызстана, действительно. Так, встряхнулся Сергей. Руки уже подзабили. С прыжки атака. Хорошее колено. Тут же в корпус. Апперкот цели не достигает. Бросается вперед сейчас Турсунбек. Есть попадание! Потрясен, похоже, Турсунбек. Вот это да! Ну что, это шанс для Бобрышева закончить все здесь и сейчас. Колено пытается выдернуть, чтобы выйти в полный маунт. Восстанавливается Турсунбек, завязался. Да, и достаточно плотно ставит колено на корпус. Сергей Бобрышев садится в маунт. Вот так вот, одно попадание. Но какая же атака в прыжке получилась у Сергея Бобрышева? А двойные молотки сегодня будут? Хотелось бы спросить. Нет, будет ошибка. Теряет позицию Сергей. Тут же локти пошли в дело с его стороны. Чем ответит Турсунбек? Нет, Бобрышев встать пока не может. Хаммерфисты снизу от него. Сергей активнее, находясь спиной к настилу. Нет, не выпускает, но еще минута. Нужно отталкивать соперника от себя Сергею. И как будто бы второе дыхание открылось у Бобрышева. Поднимается. Ну вот, может быть, сейчас как раз в этом раунде сработал эффект от всех этих попаданий по корпусу. От лоу-кика в том числе. Ну и видно, что в целом Асылгазиев устал достаточно сильно. Есть попадание от Турсунбека. Оверхенд мимо от Бобрышева. Заставиваются спортсмены, готовят колено в прыжке, возможно. Сергей. Снова выбрасывает оверхенд, размашистый, даже свинг такой получился. Еще один тейкдаун. Да, сил уже нет у Турсунбека, а впереди еще 5 минут. Просто первоклассный ко-мейн-эвент у нас получается. Да, при этом мы увидели, что и у Сергея силы не безграничные, ему крайне тяжело приходится. Такая близкая была статистика после первого раунда, и посмотрите на цифры сейчас. Настоящий разрыв.
Вот, то самое попадание коленом. Возможно, лучшая атака Сергея в этом поединке пока. Как же быстро пролетает эта минута отдыха для бойцов. Закрывается калитка. Поддержим бойцов перед решающим раундом. Итак, третий раунд. Смотрим заключительную часть этого триллера. Кто лучше восстановился? По-прежнему идет вперед Сергей. Попытался провести контратаку Асылгазиев. И вновь по корпусу. И слева и справа пробивает Бобрышев. Пытается махнуть левым на скачке Турсунбек. Вот опять заходит под удар с вращением, но на этот раз выбросил все-таки. Снова неудачно. Встает передней рукой. Да, причем неплохо. Бобрышев не идет рубиться. Пытается набирать очень аккуратные очки. Одиночные атаки, одиночные удары. Пытался и передней рукой достать Сергея, не получилось. Снова атака через корпус. Промахивается Турсунбек. А его скорость упала. Уже практически до критического уровня. С правой руки, но больше толчок, нежели удар. И по-прежнему довольно опасно идет головой вперед Турсунбек, подставляя под удар коленом. Но Бобрышев уже давно не выбрасывал подобные удары. Там есть и риск прихвата. Здесь пока все без борьбы. Еще один обмен. О, попадает Турсунбек. Лоу-кик там хороший получился. Один-один. Очень опасно. Но точно и там было. Растет статистика по акцентированным ударам. Причем растет активно. Если брать этот поединок и попытаться разложить попадание Бобрышева по Турсунбеку, то там прям серьезный процент будет и по корпусу, и по ногам. Ну и, конечно же, по голове. То есть он старается работать по всем этажам. А Турсунбек в стойке нацелен все-таки процентов на 80 в сторону головы. Да, особенно это видно в третьем отрезке, потому что здесь мы наблюдаем только одиночные выпады со стороны Турсунбека. И больше, по сути, ничего. Атакует корпус сейчас Сергей. Сергей выглядит посвежее, но видно, что и ему нелегко. Дались эти 2,5 раунда. Еще один удар. Прям в солнечное сплетение попал Бобрышев. Но сейчас судья поднимет, скорее всего, спортсменов. Точнее, одного спортсмена. Хорошо провалил атаку сейчас Турсунбек Асылгазиев.
Еще один удар здесь по защите. На самом деле не совсем понятно, почему не поднимает все-таки. Колено, легитимное ли оно было? И в голову ли оно пришлось? Все-таки, может быть, в корпус, да? Да. Такого плотного удара там не было. Снова подхватывает корпус Асылгазиев, но перевод не состоялся. По корпусу обрабатывает Сергей. Попытка прохода в одну ногу от Турсунбека. Еще одна комбинация. Все, поединок завершен. Ну что ж, это был действительно очень тяжелый бой для Сергея Бобрышева. И надо признать, он экзамен сдал. Безусловно. Молодец, Сергей. Рост идет. Но прогресс заметен. Вот, парня, я думаю, что позиция будет повышаться. Каждый следующий бой все тяжелее и тяжелее. В «Октагон» хочу пригласить для награждения победителя директора, члена попечительского совета MMADefizTV.com Сергея Павловича Зубенко и генерального директора телеканала MMADefizTV.com Вячеслава Камнева. Уважаемые болельщики, давайте наградим бойцов аплодисментами. Таким и должен быть заглавный бой вечера. Жестким, абсолютно беспринципным и по-настоящему мужским. По завершении трех раундов победу единогласным решением судей одержал боец «Красного угла» Сергей Бобрышев! Поздравляем Сергея с очередным успехом. Очень важная победа. Сегодня случилось 12-й уже в карьере. Очень сложный для них и очень интересный для зрителей бой. Давайте похлопаем. Сергей ведет у нас свою победную серию. Для него это уже четвертый бой подряд, который он выиграл на нашем телеканале в ММА-серии. В нашем юбилейном событии Сергей получает пояс. И вручает этот пояс Сергей Павлович Зубенко, наш партнер и член попечительского совета телеканала, а также руководитель нашей ММА-серии Федор Рыжов. Давайте похлопаем этому человеку, который столько времени проводит в спортзале для того, чтобы мы получили все потрясающие эмоции. Бесплатная ставка новым игрокам в букмекерской компании «Лига ставок».